Друзья мои, у нас дождь. Ура! Красота! Как легко дышится. Воздух бесподобный. Надо брать зонтик и идти гулять. Но, к сожалению, я занята, а так бы с удовольствием. На обед, друзья, варю гречиху и поджарю яйца с помидорами. А здесь у меня варится варенье. Короче, домашние дела. А здесь я варю компот. Положила яблоки. И еще немножко оставалось нектарина. Тоже добавила. Когда это все остынет, и потом в холодильник. Потом будет холодненький вкусный компотик в эту жару. Здесь строится новая церковь. Город Близкого моря. Вот. Я вам уже сколько раз его показывала. Много раз. Сегодня, друзья, пятница. Вечер. Я вышла немножко прогуляться. И... полиция поехала. Вот такой большой городок. Аж туда тянется. И еще стройка идет. Новые корпуса строятся. Решила прогуляться пешочком. Давно не ходила здесь. Ветерочек есть. Погода прекрасная, шикарная, не жарко. И людей немного. Сейчас опять надо подальше от толпы. Из-за этого вируса. Такое место, что как раз люди здесь-то и гуляют. В основном с собачками. Для них это место хорошее. Ежевика, смотрите. Красная еще не поспела. Полно ее здесь. Такое красивое небо. Это на видео оно кажется таким темным. На самом деле очень даже чистое. Такого красавчика я здесь увидела. А где второй? Точно такой же черненький. Спрятались. Киса? Нет у меня ничего, туры. Я бы дала тебе. Хожу мимо, здесь вот такие гранатики растут. Всем привет из солнечного Тбилиси, друзья. Сейчас я вам еще хочу показать для новеньких парк здесь у нас. Мои старые зрители уже знают это место, а для новеньких немножко покажу. Вот вам издалека обзор парка. Здесь детские горки и фонтанчик. Дети попадают в кадр, не хочу. Если будет где-то место, присяду немножко, посижу. Но я думаю, навряд ли, конечно, потому что людей много. Вот такой фонтан. Фонтан еще работает. Днем еще жарко, так что пока не отключают, как я смотрю.
Уже осень, сентябрь, но деревья пока, смотрите, еще у нас зеленые. Только-только начинают некоторые желтеть. Потом уже, когда пожелтеют, очень красиво будет. Будут осыпаться. Ковер из листьев. Будет красота. Уже сколько раз я снимала видео на эту тему. Везде дети. Я как-то прячу, чтобы не показать. А так людей очень много. Осень, друзья. Но настроение прекрасное. Только, конечно, омрачает одно то, что переживаем за этот вирус. Остальное, слава богу, все нормально. Скоро школа, хотя еще не знаем, будем 15-го идти или не будем. Это еще под вопросом. Сегодня я опять делала заготовки, закатывала помидоры с огурцами. Устала, так что решила пройтись, прогуляться немножко на свежий воздух. Вот сижу и не хочу уходить. Еще надо пойти в магазин. Хлеб купить, хлеба нету. Картофель. Подсолнечное масло, яйца, ну как обычно. Вот фонтанчик. Вот сижу и смотрю, что за дерево. Надо посмотреть в интернете. Я уже раньше снимала. Видите, как это, лобио, ну. Висят у него такие висючки, как фасоль. Вот видите, кустарники еще не отцвели. Вышла я, друзья, из магазина. Не все, правда, купила. Картошки не было. Так что направляюсь дальше, в другой магазин. Смотрите, вот здесь за спиной у меня эти цветущие кустарники до сих пор. Уже темнеет. Люси, 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 Люси. Скажи. Всем хорошего вечера, друзья.